Всем привет. Водитель ПК Агро. Меня зовут Ренат. Вчера. Че, куда пошли вы? Чай. Тебя не зовут. Да, вчера вот. Я скажу, я сам прихожу. Сел в этот, как его, камеры вот зарядили. Вот. Погнали в столицу. За новыми тягачами МАН. Кто с нами, айда. Вот Григорий Степанович. Сейчас Леха придет, Ильис. Пятером. Пятый человек. В другом вагоне. Вот Ильис. Это Григорий Степанович. Мафия мамадырская. Сейчас еще Алексей придет. Вот Алексей. Леха. Столицу. Сюркистан. Татар. Все, парни собрались. Приехали. Написано на заборе «Татар». Без ЧП прошел? Без ЧП. Сумку бери, я не могу. Я вот, кинорежиссер. Все он, блин, замыкающий, так и я. А? Как в большом муравейнике. Да. Все, вот в офис приехали с документами за машину. Ты, наверное, барана сюда загрузил. Приперся, блядь, с баулом, блядь. Не запомнил. Так. Подождите. Да. Жми пятый. Мансенту. Повторить можете? Туда-сюда. Здесь я уже местный. Привет. Старший наш научный сотрудник. В МАН-центре ждем документы. Вот, Григорий Степанович договорился с чаем, он угощает. Такие сильные рассказывают, правда, скажут, давай к нам на работу, да? А куда ты денешься, пойдешь в Агро работать, мне? Уже просто назад, Лиля. Да, документы долго ждем, долго. Садись. Ингиза уговорили, гоняй. В очках не берем на работу. Нет. Очки он снимет. Вот, МАН-центр приехал. Рустам! Здрасте! На двух такси. Сказали, круглосуточно работает. Где наши красавцы? Куя чего? Сейчас выйду, да? А? Нет, сейчас докурите и пойдем. Ну все, докурили, давай, пошли. Все, бросай так. Я говорю, вот поверьте. Вот эти, наверное, ну. Нет, это, наверное, не наш, потому что вот шестой, тут, шестой батон, серии, вот. Это шестой серии кабина, вот так. Сейчас будем смотреть. Офис какой? Куда мы сейчас? В офис идем, да? Что, может, шестой серии возьмем кабину? Смотри, какой красавец, блядь. Это уже все, самая последняя модель. Это вообще шикарно, это люксовый, блядь. Но он и бабок стоит. Конечно. По сравнению вот с пятой серией.
Пойдем, речь-то ухнем, бляха-муха. Четыре сороковые. Давай сюда кто, да, включи. Иди ищи, да. Открывай, что ли? Иди ищи, да. Иди ищи, ищи. Все, я, все, все уже. Рустам. Не автомат, что ли? Кочерга? Кочерга. Мы массу сухой, да. Масса, да? Здесь не включается, что ли? Нет. Я должен... А где ключ от массы? Ты что, ни разу не ездил, что ли? А? Ты что? Сейчас, подожди. Все, я. Не подходит, блядь. А где еще искать-то, блядь? Наверное, вот этот, блядь. Кого? В кармашке смотри. Должна быть в кармашке. Скорее всего, вот это. О. О, батоны стоят, смотри. У меня так же. Бак. 590. Один. РДВ почему-то сюда вывели? А? РДВ сзади. А на тех, кто спереди был. Как-то так. А что? А? Говорят, автоматы. Механика, да? Сейчас залезу, я посмотрю у себя тоже. Третий класс. Залазим, глядим. Сейчас, давай. Тут поставим сейчас. От массы. От массы. Аппаратор здесь стоит. На белых. Залезем. Дамы и господа. Да, механика. Механика. Тысяча 700 пробег. 18,7 лет. Да, механика. Уже запел, запел, блядь. Стоял давно, видать, что-то тяжело завелся, блядь. Блокировка включенная. Третий глаз. Хорошая штука, но работает только с... на круизе. Обнулили.
спальничка. Все чинно, благородно. Откатники. Могу взять крюки, чтобы опасные. Сейчас я гляну здесь, это что есть в этом зипе, в зипе. Так, щетка здесь есть, аварийка, все это есть, зип есть, банкрат есть, крюк есть. Все чинно, благородно. Ничего я вам скажу, господа. Все красиво, но единственная механика. Йоксель-моксель, нам говорили, что автомат будет. А нет уж. Как-то так. Рустам, туда пойдем, да? Вот они. Здесь два, там три, там четыре, пятый. Все, выехали с Монцентра. Семерку сейчас выйдем. Мало-мало, надо заправиться. Мокс остался я, блин. Ну ладно, покурим. Ну, по комфорту я вам скажу, сказка, конечно, сказка. Мягенький, тихенький. Сделаем маленький перекур. Сейчас то место не понравилось, вот решили сюда заехать перекурить. Какие первые у вас впечатления от машины? Сказка, Леха, сказка. Да? Супротив Скани, сказка. Ну, шумка действительно чувствуется, как шумка в иномарке. Шумка здесь идеальна вообще. Так, тахограф, рация. Что интересует? Так, все, ну это вот это моя. Я купил, кстати, вот, похвалю, здесь все есть. Камера, Wi-Fi, Wi-Fi. Блютуз вон. Камера здесь стоит вообще. Вот она провод там, но надо, я не знаю, куда поставить. На зеркало. Будут останавливать, просто ментам неприятно. Думаю, на спойлер поставить. Сказка. А. Ящики мощные, здоровые. Все здесь как... Ну, я обживаюсь уже, здесь уже кармашки. Ну, второй этаж. Вот он, кстати, навигатор. Спальник. Кто с ним сравнится? Я не знаю, только DAF может быть. Да? Может быть еще. По ширине, да. Это рычаг. Ящик. На тест-драйв пригонял, правда, два ящика было, но тут люксовый был, а этот как бы не люксовый. Ну, холодильник. Это нужно. Скани отдыхает. Ну, здесь закуска у меня уже лежит. Как-то так. Ну, это я приклеил. Надо с двух сторон, чтобы не дрявить ничего. Третий глаз. Да, он работает на круизе, короче. Ну, это блокировка, ЯСР-ка. Это чтобы нагреть быстро машину. Горняк, кстати, здесь сильный. Третий глаз работает только на круизе. Пробовал, да. Вот здесь появляется расстояние до встречной машины. И он сам притормаживает. Да. Как бы, чтобы встречную не заехать. Так, ну что, тут все как бы. Ну это проверка, какие лампочки не горят, но это объяснять. Вот нажимаешь, там появляется вот световой тест, видишь? Он сам скажет, где у тебя лампочка перегоревшая. Умная машина, умная. Сказ. Узор хороший. Пускай не отдыхает, говорю.
поехали сюда. Все красиво, все шикарно. Где народ? Чего не встречает своих героев? Так, ребят, внимание, конкурс. Пишите комментарии к моему видео, как вы считаете, что лучше, Ман или Скания. Среди тех, кто поделится своим мнением и поставит лайк к этому видео, я разыграю крутые призы. Вот такая благородная кепка. Вот такая крутая сумка. Такая модная жилетка. Такая теплая куртка. Всем спасибо, всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до встречи.